Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня бонусник совершенно без вложений. Значит, он раздает нам бонусы. Вот если от 0 до 2500 тысяч выпадет число, дает 25 копеек. От сталька до сталька 50 копеек. Далее 75 копеек и самое большое рубль. Значит, регистрация здесь простая. Вводим PR кошелек, разгадываем капчу. Я зашла вчера в него очень-очень поздно уже, и как бы видео я не стала на ночь глядя делать. Сейчас я авторизуюсь. ERS. Войти. И вот такая же самая и регистрация. Хочу сразу сказать, на вывод я его еще не проверила. Я вот только вот, как я уже сказала, зашла. Значит, минимальная сумма на вывод 1 рубль. Вот у меня сейчас баланс 34 копейки, да? Что здесь нужно делать? Значит, для возможности получения бонуса необходимо просмотреть еще 10 ссылок в серфинге. Значит, мы просматриваем вот сюда, смотрите, вот это бонус, вот это вот страничка, значит, серфинг. И должно быть 10 ссылочек. Мы должны эти ссылочки, ну, здесь в данный момент 2 ссылочки, да? Давайте я покажу, как ссылочки работают. Нажимаем. Так. Что-то у меня не просматривается. Серфинг. Так. Бонус. Вот так сделаем. Так. А, будет доступно еще. Смотрите, еще ничего не доступно. Это в 20. Это раз в день. У вас, значит, так как я вчера, как я уже сказала, поздно вечером зашла, у меня будет доступно только в 22:18. 22 часа 18 минут. Вот. Ясно. Ну да ладно. Значит, просматриваем 10 вот этого серфинга. Быстро он просматривается. Далее вот возвращаемся в бонус. У вас здесь будет вкладочка «Получить бонус». Вы его нажимаете. И у вас выпадает число и автоматически начисляется бонус. Вот у меня я серфинг просмотрела, плюс мне 25 копеек выпало. И вот у меня стало 34 копейки. Так, на балансе. Дальше что здесь? Вопросы-ответы. Так, что такое PR? Сколько я получу? Так, сумма минимальной выплаты. Так, минимальная сумма выплаты составляет 1 рубль. Выплата производится в автоматическом режиме. Так. Как быстро я получу свои выплаты? Выплаты на нашем проекте происходят в автоматическом режиме. Так что, заказав выплаты, она моментально появится на вашем PR кошельке. Так, это сказала. Здесь у нас статистика есть. Так, это топ прифоводов. Далее, последние 10 выплат. Вот люди... Надеюсь, что это реальная статистика. Как я сказала, я на вывод не проверяла еще. Вот, как будет, что проверить на вывод, естественно, я это сделаю в режиме онлайн. Значит, ну вот тут баланс, это вот аккаунт нажмем. Как бы вот регистрация. Вот 30.22.15 я зарегистрировалась. Мой баланс. Здесь вот вкладочка, смотрю, заказать выплату.
Вот, бонус у меня один получен. Вот, и заработано на бонус 25. Ссылок я 10 просмотрела. Вот как-то так. Так, баланс-то я вам показала так. Далее, здесь находится партнерская ссылочка. Вот. Кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь. Будем проверять вместе проект на вывод. Совершенно без вложений. Так, а еще я что хотела вам показать. Здесь можно еще серфинг. Рекламировать свои проекты. Смотрите, да, вот сюда добавить свою рекламу. Значит, сюда ссылочку. Описание ссылки, количество посетителей. Например, что у нас здесь? 70 копеек, да, вот тут. Если мы поставим, например, ну, 1000 пусть. Так, время просмотров 5 секунд. Так, VIP-ссылка, например. Это уже стоимость, видите, поднялась. Я 1000 просмотров показывала, уже 7 рублей. Значит, время просмотра, так, пусть будет. Так, 5 секунд, не люблю длины. Так, реклама VIP, например, да? Да, видите, еще плюс там копейки добавили. Это уже 12 рублей. Можно это все... Это я просто вам показывал. Так, последующий переход на сайт. Ну, пусть тоже, да. Это уже 20 рублей. Просмотр в активном окне. Но это не надо. И... способ оплаты здесь только PR. Ну и вот за 1000 показов это 20 рублей. Вот. Значит, а если поставим, например, 5000, ну а 5000 это 100 рублей. Количество посетителей. Я считаю, что это не сильно и дорого, если заказывать свою рекламку. Ну, такой вот бонусник. Смотрите сами, хотите, присоединяйтесь, будем проверять. Ну, а я, как бы сказать, по-любому, как будет, что я наклюкаю, я здесь, меня он заинтересовал без вложений, даже пусть и рубль. Потом буду проверять на вывод. На этом все. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.